просто закрыть глаза и представить мир другим. Как просто сказать себе, вот с ним я и совместим. Но нужно учиться в реальном нам мире жить. Для этого и представлен к нам ангел с нами быть. Как труден путь ангела, ближайшего свидетеля. Он увлекает в храм, человеку ж давай развлечения. Ангелу хотелось в уста вложить слова кроткие, а он произносит слова совсем враждебные. Так ангел ближайший помощник есть над человеком. Когда дает он крылья, то мы парим над планетой. И мы не можем видеть боев, следов, протяжения, где ангелы ведут борьбу за наше сохранение.